Артем Терещенко, номер 25. Александр Трапезников, номер 71. Иван Лапшин, номер 74. Дмитрий Козлов, номер 93. Это команда «Тайфун», город Владивосток. Уважаемые болельщики, дорогие друзья, налет приглашается. Стартовая пятерка команды. Сахалинские акулы. Ворота защищает Кирилл Кузьменко, номер 20. Защитники Александр Баранов, номер 76. Вадим Чеботарев, номер 9. Нападающие Дмитрий Жеребкин, номер 55. Руслан Ахметвалиев, номер 16. Егор Агеев, номер 31. Это команда «Сахалинские акулы». Во знаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом президента Российской Федерации постановлено провести в 2020 году год памяти и славы. От лица хоккейного клуба «Сахалинские акулы» мы от всей души благодарим наших ветеранов. Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мы никогда не забудем те страшные сражения, которых вам пришлось отстаивать и защищать нашу Родину. Дорогие друзья, прошу всех встать, кто имеет такую возможность. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Небольшой прессинг в зоне «Тайфуна», тем самым убивая драгоценные секунды. «Тайфун» вернулся в зону «Акул». Передача на синей линии, будет бросок. И точно. Шайба вот сейчас, бросок в касание. Опасно. Передача по борту. Малухин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было сейчас? По-моему... По-моему, Елизаров... Нет, это был не Елизаров. Это как раз был Никита Малухин. Было полное ощущение, что шайба уже вылетела из ворот. В таких случаях арбитры уже просматривают эпизод по видеоголу. Но что, будут просить запрос, делать запрос на просмотр?
влетела шайба в ворота или нет, или от шайбы отскочила. Ну да, походу Никита Малухин в полной уверенности, что он увеличил разрыв в счете. Кто-то должен потащить за собой. Так, ну что, арбитры возвращаются на площадку. Сейчас мы узнаем, что они там увидели. После видеопросмотра определено, шайба не пересекла линию ворот. Ну, значит, бросок был сильным. Укрывает Кротов. Передача на центр. Не получается. Что сейчас будет? Снова Кротов. И будет удаление уже в составе Тайфуна. Недозволенным приемом остановили сейчас благородный порыв кого-то из хоккеистов. Акул. А вот сейчас было не менее опасно. Кротов сейчас боролся за добивание, за право первым оказаться на шайбе. Но, к сожалению, этого не случилось. Тут, как всегда в таких ситуациях, небольшая потасовка. Ну что, это было интересно. Довольно молниеносно развивались события в первом периоде. Полторы минуты. Передача за ворота. Глухарев. Сам прошел в зону. Ставил на Баснева. Баснев по синей линии на Баранова. Баранов бросок. Добивание. Не получилось сейчас. Даже у кого-то нервишки, по-моему, сейчас задергались. Кто-то посчитал, что гол заброшен. Чуть было сирену не включили. Еще добивание. Гол! Длинный перевод и шайба в зоне акул. Голкипер отбрасывает ее на Москалева. Москалев немножко запутался, мне кажется. На синей линии передача. Бросок сейчас будет. И отлично разыграли эту комбинацию. И вот сейчас акулы в полном составе. И снова будет удаление сейчас. И снова в составе акул. Лежит на льду. Хоккеист Тайфуна, это Леонид Пасманик. Досталось ему в этом эпизоде. Надеюсь, ничего серьезного. Я видел, как они столкнулись с партнером по команде. Вот кто стал инициатором их столкновения, я думаю, мы, наверное, его узнаем. Судя по тому, что судья поднял руку, будет удаление. И открыта калитка сейчас
на которой отбывают свои наказания сахалинские хоккеисты. Судья общается с Москалевым. Ну, я думаю, что никто не хотел умышленно наносить травму. Да, Москалев отправляется на скамейку оштрафованных за удар в область головы и шеи. Бунов. Наброс хороший на ворота сейчас был. Вращается к Ивану шайба. На Терещенко не следует пока передачи. Бунов пока сам кружит. Только сейчас у Терещенко шайба. Снова кистевой, подправление. И сверху на ворота сейчас на сетку попадает шайба. Очень опасно. Кузьменко на всякий случай перекрыл возможность для шайбы залететь в ворота за его спиной. Вот этот бросок сейчас, наброс Терещенко. И вот шайба попадает в сетку. А ведь могла бы срикошетить обратно и в спину голкипера. И вот уже было бы 1-3. Очень здорово сейчас сработал в этом эпизоде Кузьменко. И арбитры заметили. Пичугин входит в зону. На Нурулина. Кротов. Бросок. Шайба до самого верха долетела. Посмотрела, как там дела сверху. И вернулась обратно. Снова будет вбрасывание в зоне тайфуна. Подскакивает сейчас Глухареву и залетает в ворота! Булитами. У Тайфуна одна победа, два поражения. У Акул две победы по Булитам. Дмитрий Жеребкин выполняет следующий бросок. И это да! И это красиво! Поздравляю себя с дебютом. Сегодня первый матч, когда я комментирую встречу сахалинских акул, которую они выиграли. Надеюсь, это хорошее начало. И завтра мы продолжим. Друзья, спасибо всем, кто смотрел.